российское производство модов постепенно догоняет Запад. Особенно быстро развиваются производительные мехмоды. Сегодня мы посмотрим как раз на такое устройство. Механический мод «Химера». Химера делается из трех материалов – алюминия, латуни и меди. Диаметр 23,5 мм. Девайс состоит из трех частей – кнопки, гибридного коннектора и корпуса, на котором вы не найдете отверстий для вывода газов. Производитель обещает добавить их позже, на верхнюю часть мода. У Химеры магнитная кнопка, которая состоит из трех частей – каркаса, фиксирующего контакты и самих магнитов. Контакт-фиксатор держится в каркасе за счет плотного оринга, а сама контактная площадь окружена еще более внушительной прокладкой, которая еще и подстраивается под аккумулятор. Разбирается все просто. Без оринга одна деталь просто вываливается из другой. Снизу расположилась гравировка-логотип. Расстраивает только неточная подгонка деталей кнопки. Это означает, что толкательный элемент неплотно прилегает к каркасу. В собранном состоянии кнопка имеет ощутимый люфт. Также хотелось бы обратить внимание на слишком слабые магниты. Кнопка нажимается чересчур легко, да еще и прокручивается. Оказавшись в руках, Химера производит плохое впечатление. Проблема — не самая деликатная обработка граней устройства. Они слишком острые для комфортного парения. Один из членов нашей команды даже порезал руки во время полировки мода. Зато производительность Химеры действительно на уровне. Даже латунная версия девайса, две недели находившаяся безо всякого ухода, показала хорошие результаты. Химера — удивительное сочетание отличной производительности и не очень хорошего качества. У этого девайса есть все шансы стать рабочей лошадкой на каждый день, особенно с ценником в 5500 рублей. Мы благодарим Химера Вейп за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не подпускайте Белерафонта к своим мехмодам. Don't be scared, I'm right here.